В Тверской школе борьбы «Олимп», вырастивший ни одного чемпиона, прошел мастер-класс международного уровня. Своим мастерством с юными борцами поделились знаменитые спортсмены. Подробности далее. Недаром говорят, что по-настоящему гармоничные и развитые люди воспитываются не только науками, но и спортом. Более того, есть множество примеров, когда по-настоящему успешные люди добиваются успехов на разных поприщах. В политике, науке, бизнесе и часто при этом еще и в спорте. И это не совпадение. Физическая нагрузка закаляет характер, воспитывает холодный ум, самодисциплину и упорство в достижении поставленных целей. Совершенно очевидно, что приучать к спорту нужно с детства. Этим делом уже 20 с лишним лет занимается Кахраман Нуралиев в своей спортивной школе борьбы «Олимп». Юноши и девушки, воспитанники школы, каждый год входят в состав сборных команд Тверской области по дзюдо, самбо и универсальному бою. Все благодаря профессионализму тренеров. Воспитанникам «Олимпа» выпала возможность поучиться у лучших. Спортивную школу борьбы посетил сам Сергей Волобоев. Он известен своими спортивными достижениями и огромным опытом борьбы. Ему принадлежат титулы мастера спорта международного класса по самбо. Также он является обладателем Кубка мира по этому спорту. Сейчас он практикующий тренер сборной Казахстана по самбо. Молодые тренера больше уделения внимания уделяют броскам. Ну, до броска нужно дойти. Вот я примерно вот сейчас такая задача ребят научить доходить до броска. На сегодня спорт может обойтись без начальников управления, без федерации, без этого. Ну, спортсмен по-любому остается. Но если убрать составляющую тренер, спорта не существует. Волобоев приехал не один. Вместе с ним воспитанников «Олимпа» посетил еще и Борис Пивоваров. Не менее именитый спортсмен, обладатель титула чемпиона мира по самбо среди мастеров, мастер спорта СССР по самбо и мастер спорта России по дзюдо. И на этом список регалий не заканчивается. Детей обучали технике борьбы. В борьбе нельзя быть теоретиком. То есть, если ты посылаешь спортсмен на бой, ты и сам должен быть на ковре, ты сам должен потеть, ты сам должен опробировать те приемы, те броски, которые ты предлагаешь своему воспитаннику. Всего этого не было бы без Кахрамана Нуралиева, директора спортивной школы «Олимп», который с большой любовью отзывается о своей работе. Много чего научились, много чего приняли, опыта взяли. И дети тоже, ну, потому что новшество всегда нужно, потому что прогресс, сами знаете, что она идет, и нам останавливаться на этом нельзя. Я хочу поблагодарить наших гостей, нашего президента федерации, президента школы нашей Игоря Александровича Ялышева за поддержку, помощь, оказанную нашим гостям. Так что также родителям и спортсменам нашим, которые действительно проявили так большой интерес. Пример таких именитых спортсменов, тренеров, заразителен. Те уроки, которые гости преподали воспитанникам школы «Олимп», не только помогут им в спорте, но укрепят силу духа, целеустремленность детей. Боевые приемы приходят от мастера к мастеру. Тут важна техника. А еще не менее важен настрой и идеология, который помогает борцам победить. Преподать все это – задача мудрого наставника.